Рина, на бойсе, вот, если что, там подстраховываешь. Мяка, ты на контроле. Ты фрост, тебе проще всего. Даю проверку. Ленис, мне кажется, ты должен давать больше в соло цель, а я все-таки на ауе. Босс. У меня все обилки на ауе. Там сама Т5 кашляет. У меня сама Т5 бьет АОЕ, у меня удар в сердце бьет в АОЕ, так что... Ты видишь, как ты, ты давал хоть раз стока в трэш во фросте? Я сегодня дал что-то там 59 тысяч в этом ВРБК. Но Фрэнсис давал 100 в Бладе в трэш. Ну сейчас оденусь, буду давать, что. Все, погнали. Все здесь, пошли на позиционку. А кто на этом контролит, кто? Еру, мягко контролит. Это просто сбивать будет. Мяка, видишь, вот луч левый, вот туда уйди, там моб появится, его за это, за контроль. Вон, в ледышке, видишь, стоит. Каст. Касты сбивать, забывать. Да, вот. Выбили. Сова улетела. Мах этот. Киньте там перо, словите. Меня слышно? Да, слышно. То ЕП за Боб Денчук. За скилл. Напомнишь, Вага? Очистим. Тут я согласен. Ну что, КП кому-то вынес пор. Чё там? Да, чтобы для карты. Стой, вызов не тяжко. Не, ну тут скиллуха. Там жуки авто сбивают. Черви блад ДК. Это ГП. А про товару зашел. Контроль. Контроль, короче. Видите, у кого-то черви? Угадай, у кого? Ну-ну. Лёха такой, я ничего не знаю, я пошел, да? Петов не вызываю, но черви надо.
Она хильнула. Да дайте фир, что ли. Дайте. Там червей нету, чё она сюда придёт? В рейде появилась, нет? Нет, она просто дошла до рейда. Я как-то контролю, что выйдите кто-то. Блять, ОВЕшка сейчас приезжает, всё, не понимаю. Каст, ведь каст. Хуяно, дамажим больше. Серьезно? Но моба за контролем. У меня антимагия в КД. Мне нечем. Я стану в КД. Сори. Та же хрень. Первый каст сбил, все. Но только мы с тобой избиваем. Я только один хочет паладина видел, и одну, блядь, жабу. Выбежите, кто это, блядь. Чё опять? Вот, ну, тяни ты там, законтроли его дальше. Ты ж танк. А, всё, нормально. Жильца, бьёмся. Следующий не прозевай. Да уже не должно. Всё, поглос. Он вышел из контроля почему-то, он, не знаю. Земной шок. Земной шок с шипами. Просто оттяните его. Не тяжко. КД еще. Там фер уже дали. Можно к мобу пойти, я думаю, рейду, да? Ну, я притянул. Берите, стойте на них. Переживает. Жильца, жильца все. Раз. Рейдер. Бежал. Все, добивайте. От боссу. Тут и стоим. А зачем хетч эти мобы, когда нету босса? Не знаю. Раз там идет. Мяка, блядь, где контроль?
Раз. Звездопад. Тупо сидишь на контроле, не надо ничего. Звездопад, наверное. Бля, так непривычно в ДКшке играть, блядь, после ретрика. Так, блядь, самое убожество. Ретриком... Да, это сложнее немного играть, чем... Непривычно просто, знаешь, сидеть и пока дать три кнопки. Контрольте пока мы днём. А, все нормально. Убивайте же сайта, которые должны. Диминишн. Да. Что, кроме сала, нечем сбить? Салом еще сбивается. Два ретрика, которые моб стан. Два стана, ты должен моб сбиваться. У меня стан, когда. Ладно, роги же станут. Диминишинг у рогов стало станут. Я уебал на 5 кп, я... по нему просто не прошло. Сайленс, хекс, блядь. Шпышки же есть. Это просто ДПС накручивает меня. Чё, хорошо? Ну. Тут, блядь, хочешь, так бы... Не то, что накручиваешь. Тут, блядь, в любом случае ты будешь его накручивать, если ты бьешь даже от квеста. Просто если меньше переходов, то меньше ДПС накрутится. Да. Поэтому побольше надо, чтобы отхилился. Ну, просто логику пытаюсь понять. Смысл вообще тут накручивать? Да тут, блядь, хочешь не хочешь накрутишь. Это не показательно. Это не показательный босс. Почему не показательный? Нормальный босс. Опять же. В любом боссе надо давать максимальное количество ДПС. Я даже без босса. Я Алый Вихрь не давал уже, блядь, наверное, 5 дихуем джитсов. Или 6 подряд. Не, ну Алый Вихрь давай ты на трэш. Быстрее трэш сливаться. У меня КП накидной. Просто анонсите, кто сбивает это. О, блядь, не 10 стандартов одного. Живца, живца. Живца, добивайте вот это. Его поконтролим, потом может. Дайте Геру. Прикинь, вот я не понимаю, как работает жатва, сука. Один раз она бьет, блядь, 70 тысяч, второй раз она бьет 20. Блядь, так. Ну, от прок? Разве нет? Разброс есть, типа, большой. Триньки. Хуиньки. Не, тринкетов нет, я считаю, там, где тринкеты, КД. Может быть, крит, не крит? Не, жатва же критует и не критует. Да, блять, это не критует, то я это охуею. Прикинь, если бы ШВ критовала. Ну да, жатва критует. Хитует и критует. По тебе запы на гильд. Кто, блин, не падал кучу времени. Как СРС, даже круче. Да круче, не, запы гильные с хостой, притом силой атаки. На...
не запы, с арпом надо. Ладно. Эти латы, наручи хорошо для ретрика. Да, это ретрик. Не, нахуй брать, кому можно взять. Пончик разваливай. Ща. Не, ну все равно, наверное, сколько я там дал на этом бой с учетом АОЕ? 18. 21. Нет, скиньте в этот рейд. Надо скидывать. Рекаунт отключен. Нормально. Для 2Т5 это вполне нормально. Джокер, ты уверен, что он тебе нужен? А и он кому-то нужен? Если нет, я заберу. Говно на мага. Чего? Ну потестите, чего? Мне ГП не жалко. 800! Хочет человек потестить? 800 магу. Ну я понимаю, здесь 3-3-5. Я... Мне все интересно. Хочет, пускай берет, что вы боитесь. Не, посмотрим. Ну, ГП тоже на дороге не валяется. Как хочет, в наших же интересах. Он же в нашем рейде ходит, а не чтобы он дамажил. Тому ему советуют, логично. Не, понятно. Ну, блядь, может он что-нибудь придумал, интересно. Откуда вам известно-то? Как видишь, можно... Вы... Можно придумать, наработает от чего-то такого, от того, что у него нету. Тем более, ГП дали, какая разница, вам же хорошо же, меньше у вас людей стало. Ну вот. У меня там приор 2, какая разница, может, успех. Пролог на успех не получится. Он уже взял. А что с ним не так? Он очень долго стакает. На файре, да? Минуту. Если что, мне грудак не нужен. Лёш, начисли Педа Ёжу за запы 389 и магу Джокер злой 800 ГП. Лёш, возьми лича в рейс, пожалуйста. Поместо меня. Хорошо. И что, тебе ты пятый? Ты пятый, перчатка. Дайте вниз довести, тут патруль ходит. Я не буду его вверху танить, чтоб мне опять ГП дали за... Дело. А скеля же Алар падает, не падает, да? Падает. Раз видела? Ну, у нас не падает, хотя вообще падает. Я его на офи видел. Миликин, иди дробить. РТД Сантурионов. Чё, Лёх, за тело можно зайти будет? Тут на тело есть кто заходит, ну, типа сидит. Да, есть приор. Кто? Мосса хочет тело забрать. А мейн она хочет забрать. Это он. Ему на твинка, ему не очень. Где спал? Вопрос. Мы завтра Джайна пойдем? Да, старик сказал, завтра Джайна плюс РСХМ. Лёха, ты
знаешь, кстати, сколько уваги у селков? Кап. Кто-то у него молотки, блять, по 47к драгон, говорит, хуяри. А кап это сколько? Оверкап. А, оверкап. Ну, посчитай, сколько у селков будет, сколько у него тена. Сколько япончик на календаре. Просто смотри, у него молоток бьет 47 кап, а у меня 32. Вот и посчитай, сколько. Ну, примерно 360, наверное, у него. Примерно. 360, не может быть такой разницы в уроне тогда. Мало? Мало. Больше? Ну, примерно, я сказал. Я не знаю, сколько, но 360 плюс точно. 380. Даже у драгона, типа, меньше. На первой карте нету 400 усилков, не надо тут. У него 2 плюс. У него 2 плюс. Первый плюс Кати 390. Ну, типа, на первой карте не может быть. Что, может, драгон, смотри, с третьей випкой. У него даже 40. Нет, с випкой, да, возможно, но 400 не может быть. Ну вот у меня написано на первой кате максимум для вашей категории 370. А випка какая у него? Есть? Випка у меня вторая. Первый плюс с третьей випкой 390 усилков сейчас. Вот, с третьей випкой первый плюс. Минус еще один плюс, минус сколько? 5 усилков, да? Или 10, сколько там за плюс дается, я не помню. Десятка. Десятка, ну вот, минус 10. С третьей випкой. Лаги нету випки такой. Ну, типа. Так что. Один хуй дофа. 380. А сколько у него плюсов на первой? Отойдите. 442 он написал. Вы это чего подвел? А, у него 390 усилков, но у него доступно 442, но вкачано 390. Окей, я понял. Это то же самое, что у меня. 537 доступно у силков, а вкачано 300 тоже с чем-то там на паладине. Хоть на паладине дохуя у силков. Отводи, Вихрич. Ты врывайся. Бейте пока. Стан заспалите. Еще один с вихрем. Да, если бы можно было усилки в брюле перекидывать, было бы замечательно. Бейте, милики. Или хотя бы на ак распространялись. Кстати, Лех, слышишь? Что? Это теория. Помнишь, ты говорил, типа, с утра по поводу брюлей? Походу, ни хрена. Я тебе могу сказать, что если ты без шмота, или у тебя шмот говно вообще, то шанс больше, походу. У меня вчера на паладине, который бомж 6 каты, подряд 2 брюля упало. Время было примерно без 20:10. Надо снимать шмот, походу. Да, по идее, все херня. Мне как он 6, вот реально он 6 каты. На самом деле, да. Шмот там 111. И я при том тестил вчера, заходил, короче, на друида. Короче, монетки херачил. Всякое говно упало. Потом, это 10 монет я так прокрутил. Потом я снял шмот, у меня стали, ну, типа, джекпоты падать. Все, конечно, хорошо, но просто смотри, по поводу этого. Блять, почему мне тогда до практически первой каты не выпало ни одного брюля, если ты так говоришь? Я хрен его знает. Я сам вчера в шоке был, серьезно, вот, Паладин, говорю, бомб, 6 кат. У него шмот там 111 или 113. Блять, подряд просто 2. 2 монеты, 2 брюля. 5 секунд дисплей у него. Это рандом. Упадало. Просто рандом. Япончик, мне снова макрос достать? Нет, какой-то приоритет может стоять. Рандом-то рандом. Тихо. Диспел. Кресты не видят этого диспел. Это магия. Паладин диспелит там, по-моему. Паладин это только видит. Блин, зайдите в рассеивание, вы увидите, что я там все диспелил. Можно в любой киллбот забить этот баф и видеть.
по идее. Мне кажется, Арсения просто неровно дышит. Она когда на друиде сидит, она ни хрена не диспейлит на хиле. А когда друид... Я тебе друидом должна магию диспейлить? А ты... Что? Я тебе друидом магию должна диспейлить? Ну почему я магия? Я тебе не только про эту фигню говорю. А про чё? Карина, старайся. Проклятие. ЦЛК единственное, что друид может дисплеить друид, это трэш перед кровавым советом, который, кстати, дисплеит. Артемия, она магики. А через раз отображается этот дебаф, стан. Все, конечно, хорошо. Дисплеить можно только магию, а друидам можно что делать? Проклятие, наверное. Да он про проклятие ей говорит. Нет. Проклятие не дисплеится. Яды еще друиды. Снимаются. Уржатся. Просто один и тот же, как не назовем. Лага, вопрос на засыпку. Что делается с проклятиями? Рефлект. Маг может проклятие. Как правильно звучит снятие проклятий? Декурсив? Декурс, диспел и еще что-то. Декурс. Английский, да, учим? На хирусе привыкли называть это диспелом. Ну, диспел, да. Тут, блядь, все привыкли. Типа, диспел, блядь, без разницы, это, блядь, проклятие, что там, блядь, яд, или, блядь, это магия, блядь, все диспел говорят. Какие про товару говорят потанчик? Если бы я на офи, наверное, сказал бы, блядь, насчет этого проклятия диспел, на меня бы посмотрели бы как на долбоеба. Хорошо, так, что рыбу ставлю. Хорошо, относились на офис. Не, ну там просто, понимаешь, типа англоязычное в большинстве. Все, и диспел, и декурс, типа разные вещи вообще. Логично. И люди бы просто не понимали, что я прошу. Да они бы посмеялись просто и все. Они бы поняли, просто посмеялись бы. Так, Малдазар, выйдешь, лич, зайдешь. А чё? Так, тут же пушки надо снимать. Я помню, миликом, да? А хуй знает. Стоп, пуха. Сопрот пить? Да нет, сопрот не нужен. Только хилам лучше выпить. Ну все. По миликам РДД сопрот не нужен, чтобы контроль нормально заходил. Им труднее. Короче, Карина, ты на трэше. То есть пухи, там вот этот, блядь. Который с бомбой, блядь, инженер. И потом, если что, ты на боссе. Ну вот, знаешь, что делать. Даю проверку на баф и на пол. Что, мне в ДЦ оставаться? Зачем тут ДЦ? Тут ДЦ особо не надо-то, в принципе. Когда я не готов сейчас спекнуть? Ну, мы можем, в принципе, не Амка спекнуть, Валема. Ты ребят, в ДЦ соманите лича, пожалуйста. Дайте там сум. Блять, забываю все припоты пить. Это зашквар, по-моему. Это 15. Да не, у меня же твои припоты. У меня вот эти. Сейчас. Да я знаю, на руническую фигню. Вот этот припот. Ну, не дешевые, 25 серебряных. Единственное, что полезное в ДК. Что припоты дешевые. Ты можешь напить постоянно. Это не припот, это фигня. Так, смена экипировка. Чтоб на эту бухло сделать какую-нибудь цепочку замудрить, чтоб ДК страдали просто. Все, ДК страдаю, да? Что-то мой
как раз не работает. Ладно, поехали. Поконтролить, короче. Может, ручную сниму просто. Запускайте, босс. Чё он не запускается? Ближе. Там рейндж делали, ближе надо подходить. Точно. Мои люди без них не могут. Это зависимость. Там раньше он запускался, как только сюда наверх заходишь, а сейчас сделали так, что вплотную почти проходить там. Так, аккуратно, главное не дохнуть, сейчас нахуй тень. Если никто не сдохнет, все будет заебись. Выступить против Светокрада Таладрада. Готовьтесь. Сразу враску берет. Выбирает. Самых скиллов. Чувствует. Да, чувствует, кто не может убежать. За Мелика пройду инст. Уже хорошо. Но перед мощью кровавого молота не устоит никто. Так, следующая сфера. Бабу херач. Пойду моюсь, глаз слезится что-то. Не плачь, все будет хорошо. Так, инженера сразу не подходим, ждем бомбу потом. Карин, дашь дубовую кожу сразу? Что вы делаете? Сейчас рвете агро, блядь. Будет печально. У нас на поло. Бомба. Прошла, все, добиваем. Активнее. Все, пухи сместились на центр. Подальше. Ход и друида уберите нахрен. На пул дайте на Карину. Прохил Карину и топор отдельно. Ауди, работай по посоху. Дайте масс диспел по миликам. Уберите. Кстати, у меня рейдфреймов нету. Не, забагались. Сейчас. Лук. Войт. Что с игрой или что это вообще происходит? Что пухи делают в рейде? РДД добивается череп. Мелики по луку там добить. Керс, посмотришь там, если кто сдохнет по БРам, потому что, блядь, рейд фреймы. Окей. Рейд фреймы забагались, а открывать рейд, постоянно смотреть такое все. Уйдите, так, короче, пожалуйста.
пухи возьмите и это. Первый все равно будет он, блядь, топор, который возле меня. Что все сюда. Денчик, там останешься, похилишь. Как же недолго активируется. Ямка. Будет. Чё? Я за зачёт на холли пали. Ну посмотри дебаф на мне. Там ничего страшного, сильно не бьет. Денчик. РДД, милики, не подбирайте туда. Все, рейндж держим. РДД по бабе поехали. Милики часть по тому, что филя, и часть по тому, где бомба. Аккуратно от бомбы отбирайте. Прохильте дезориентацию. Бомба. Толдорамо. Ай, там есть. Тимыч Берни, Толдорамо. Била. Бомба. Какая бомба, ты чё? Я вообще не того бью. Да, я бомбу анонс для Милика. Информация о смерти. Милиатака, лорд Сангвинар. Соперяй. Что, за игрой не смотришь? Бомба. Че, уман на стрит. Может, не есть стрит? В любом случае, по-моему, танк слакает. Танк постоянно в контроле, блядь. Что не надо тут на танка. Если бы сам танчил, понимал бы, что не. Танка то фир, то дезориентация. Там особо огро не набирается. 5 секунд. 2. Что мы тут добили уже? Все, сейчас бурстим Еру и погнали. Лужи смотрите только. Не проебите. И с АУЕшками поаккуратнее, когда контроль. Никитос, Розелина. Розелину контроль, АУЕшки стопнули под боссом. Отводи немножко босса. Дайте по нему фир или ветра. Ковцуйте его, блядь. Сейчас... Кто его нахуй убил? Беспощадная зима, Ауди. Ауди. Охуенно. Ну а что я сделаю, если это сам этот, Т5 делает? Это ты еще. Казалось, что я сделаю? В смысле, сам Т5 делает? Ну это спек мой делает. Я набираю эти косты, нахуй, скидываю и все. Это после, было раньше, чем его в контроль взяли. Фениксы свечнулись. Я, блядь, отошел специально оттуда. За контролем. Нет, Т5 то же самое делать. Велики, отойдите, добивать фит. Все, по яйцу заехали.
Медведоёж, резни разделено. Лужа мелики сразу 9 все. По боссу Феникс выбирать. Два мага, Женька контроль. Я законтролил. Женька главное контроль и все, Дезерен. Ну, я ему овцу еще сверху дал. Посохи не поражаты или что? Почему дезориентация? Это если в этом в рейнже 30 метров блядь, от там тебя нету. Там снять снимите, да потом, блядь. Каст. Тут в конце остался. Подведи к РДД туда этого. Снимите с меня овцу, я тут в жопе, блядь, зала. Подойдите, снимите кто-нибудь. Помните. Феникс объем или что? В автосебе. Да, уже Феникс надо быть. РДД переключитесь по Фениксу. Подойдите, милики. Яйцо залили. Контроль 5. Лужа. Сука, улетел. Потом Феникс, идите туда, блять, к Войду. Дезориентация. Тимучу ветра дайте, друиды. Чаржнись Феникса, Карина. Контроль Тимучу. Пока тут подними Моссу, Мосса подними. Я сейчас просто перехуярю всех. Такого хуя ты пуху не снял? Да я ее прожал, она, сука, нет, не снялась. Потом жалуйтесь на ГПшку. Мосса. Макрос не сработал. Лужа в РДД. И пончик. Все нормально. КБР остались. Сейчас Мосса. Тимыч. Карин, есть БР? Да, у нее есть БР. Я же БР. Яйцо. МК-2. Клуба. Ямка, Тимыч и пончиков. Женька, Тимыч и пончиков. А по мне нету почему-то контроля разума. Не знаю, по ДБ ему сказал. Два Феникса. Че миники босса стоят, бьет? Глыба. Глыбу сбить на боссе. Никто не сбил. Женек, в чем проблема? Да то, что никто не не бьет по боссу, нету пробития щита. Женек в контроле был. Феникса отведи, Феникса отведи, сейчас кинется. Яйцо залейте. Второе яйцо. Третий Феникс. Вайп. Короче, это. Лага, начисляй. 1000 Тимыч. Пиздец, блять. Охуенно. Лёх, просто охуенно. Ну чё, я виноват, да ничего, ну нет, просто ты кому-то, блять, хуяришь. Кому-то, ну похуй. Я виноват, что ты минус 3 сделал. Не-не. Брат. А то, что меня не законтролили, ну это нормально. Ладно, я там проебался с пухой. Я стою в ветра, хуярю, это нормально. Ну, а как Тимыч убил троих? Ты вот пуху меня, не снял, блядь. Меня он ёбнул. Я специально чекнул. Когда ты меня убил, я специально чекнул, блядь, что я тебя. Я же сказал, у меня не сработал макрос. Я по макросу. Это уже не мои проблемы. Хорошо, окей. Когда ты другим не даешь, это нормально. Когда ты кому-то сразу 1000 хуяришь, это заебись. Не только себе, что ты думаешь, Ауди тоже 1000. Стоит, блядь, хуярит босса, когда, блядь, под боссом есть, блядь, Розелина, которую он просто ебёт с зимы, охуенно. А там, типа, как у Паладина, у Ретрика, да, такая же фигня, она активируется, да, и в бафах отображается, и бьёт АОЕ, так же работает? Не, я просто в шоке, блядь. Люди стоят, хуярят, блядь, босса,
когда под босса подходит Розелина, блядь, он просто умирает от того, что он, сука, туда подошел, блядь, и милики не могут отойти от босса и, блядь, перестать просто бить, блядь. А мне что, вставать или дотянуться? Натянуться там, покажи, где ты лежишь. Я за келем лежу. Ты можешь вставать. Там Локи просит авторизировать в Одиссе. Вставать или что, ресу? Да вставай, ну кто тебя там реснет? Да через... Говоришь, что... Через 15 лет, если вы подойдете, блядь, вот сюда и нажмете. Че, блядь, за херню вы творите? Рыбу ставлю. Вставай, блядь, будет делать. Он был КД-мастрес на этом типе уже. Ну, не коста... Да нет, тут мастрес КД смонтит. Блядь, я не про тебя говорю. Тот, кто лежал ближе, на него прошел мой мастрес. Через него тебя уже не резнуть. Так-то хочешь? Поставьте дживса, если есть у кого-то, пожалуйста. А, Талдораму еще 1000 лава. А мне за что? А Гроссрых. Ну я-то при чем? А кто при чем? Ну Шпир кидает танк, я что, виноват что ли? А ты Гроссрых не видишь, Оман не можешь включить. Ну там же Шпир кидает, я что, теперь виноват что ли все эти? И что? Танк не агрю, что я так делаю? Это нормальная билка босс, которая бросается на танк, окей. Ты подходишь бить, блять, этого. Ты агро не отслеживаешь свое? Ты видишь, что агро нету, зачем ты бьешь? Какие-то странные вы люди. Вы, блядь, смотрите, что творится в рейде, а не то, что вы ну, просто тупо, кто-то блядь, стоит, уперлись алло, и кто-то даете ДПС. А кто-то нихуя не делает. Вот это заебись. Я лично встаю, похуй, из формы и начинаю контролить всех подряд. Похуй, если даже ДПС упадет, зато я контролю никто не... При чем тут контроль? А при том, ну просто ты видишь одну ситуацию, а ты на другую ситуацию не смотришь. Я по тебе даю окову, у тебя в саппорт уходит. При чем тут контроль? Ты когда бил, по-моему, дезориентация была. Ну, на мне точно была дезориентация, когда ты убивал меня. Значит, на ком-то еще было, кто мог контролить, по идее. Ну, вы, блядь, похуй снять не можете, Лёха. О чем вы говорите? Леха, там Локи просит авторизировать. Я тебе за похуй его, ничего не говорю. То, что я ее зайти. То, что я ее не снял, ну, мой косяк, да. Ну, не сработал маг. Да не, я с этим не согласен. Так, Гон, ты че, блядь? Срыв агро это косяк, да-да. Лич, Элрей. Да. Джесса, я так понял, нет ни у кого. Поехали. Да? Сними саппорт, Тимыч. А, я поставил на кого. Поехали, запускаем. Не могут. Эта зависимость возникла после уничтожения солнечного колодца. Добро пожаловать в будущее. Очень жаль, но вы не сможете ничего изменить. Теперь меня никто не остановит. Селама Ашаля-Норе. Впечатляет. Посмотрим, хватит ли у вас смелости выступить против Светокрада Таладрада. Готовьтесь! Сангвинара! Я кровь закрою!
Инженером Телоникуса. Анара Лапилоре. На пол. Плюс этот, отойдите подальше еще. Дай, Карин. БР есть? По таунте на себя постоянно этого. У кого БР не в КД, плюс они тебе в рейд. Тимбыч, подними мосу. Таунти на себя постоянно. Кто бы сразу ему не надо. РДД по сокрушению влились. Назад отошли, эпохи взяли. Я вот думаю, что у меня такой ДПС маленький, я, оказывается, как потом не надел после смерти. Так вот. Оценил вас. Было бы несправедливо заставлять вас драться с четырьмя. Чё, РДД по бабям? Бомба будет. Вер. Рейндж наберите.
Поясните дезориентацию. Бомба 300. Вер. Да, опять просиливается. Шиману дайте либо. Бомба 300. Вер, дезориентация. Вообще бить невозможно. Все, бабу добивайте там. По Сангвинару. Бомба, 3 секунды. Талдаран, бомба. Геру даем. Максимально быстро сносим. Лужа. Все. Сорву контроль. Верни воля. Да, Лок тоже там контроль. Стопа. Витра. Контроль сову. Ветерки дайте по сове, не моту, там, не знаю, что-нибудь, фир. Рыба. Тихо, когда я сгоняю. Феникс влились? Лужа. Темп переставь, шаман, земле не стоит. Яйцо. Ручи пора снимать, говорят. Лужа около мили. Враску контроль. Спасибо. Так еще и одна линия. Феник сзади. Бейте. Больше. Феникса. РДД добивайте, чтобы яйцо было. То милики переключит. Все, милики пошли яйцо. Уберем. Все, по келью заехали. Что там до контроля? 15 еще. Две. И Феникс сразу же. Я без пухи, если что, контроль стук.
Либо... Диспельц. Давно пора уже Феникс свеч. Феникс свеч. Если не около лужи, тогда вставай. Подожди, пока пропадет. Яйцо. Дайте ребаф по шаману. И иннер дайте ему. Контроль. 5 секунд контроль. Лужа в центре. Сове контроль босса дайте. Отведи босса. Медики аккуратно, шаман, блять, стрестер под босс. Сову, блять, не убейте, контроль по сове. Лыбок убейте. Нямку. Все нормально, лужа выбежали, милики, блядь. Че, Лех, переводим, потом Феникса? Да. Давайте быстрее прожмите босса. Че два Феникса, блядь? Ну, забери Феникс. Феникса забери. Бруно забрала. Яйцо. Все, активнее сливаем. У кого БР есть, присоедините? Второго. Так, пока тут тресни медведоежа. Медведоеж. Яйцо. Сильнее яйцо сливаем. Все по боссу. Гравитация. Рейндж. Твоя карта бита. Это дайте там деф. Да, лук рейндж не держит. Эх, печально, ребята. Прохиливать. Прохилы по боссу. Че, кого-то резать надо, ему к боссу прижать. Войд стаунти, Карина, подними далока. Дайте по нему баф обязательно. Да. Смотрите, желательно. Я заложу мили в доме. Что в мили зоне может появиться лужа. Это будет очень впечатляюще. Гравитация 5. Поставьте босс на середину, кинет же хуёво. Он откинул, он стоит, кастует. Блять, РДД хуёво бить просто, когда босс не посередине стоит. Там доказ будет. Прохиливайте. Луч пустоты, минус 2, 5. Вы ебланы, скажите. Рейндж набрать, блять, не можете, отлететь, блять. Тысяча ГП, блядь. Лети немного в сторону, Феникс. Толешками сейчас сольет и будет яйцо.
Лужа. Смотрите аккуратно лужу, а то босс, блядь, хуй пойми как уходит. Ты, блядь, босса поставить на месте можешь вообще, нет? Я все понимаю, если Карина забирает, то Карина уже два забирает. Чередейское разрушение, это что, блядь, справа Локи? Ебанул. Это в милизоне он херачит в упор к себе. Оно не очень много бьет. Ну, по-моему, в процентах от ХП. Рейндж набрали, прожимку отдали свои личные. Ну, заебись, руническая хуйня. Уверь. Сам на рейндже. Две секунды. Босса добиваем. Ты у босса остался. Кажется, он должен был заплакать в конце, встать на колени. Я сейчас заплачу. Зато за победный трай нет ГП, по идее. А там шея есть в этой сфере агильно или нет? Есть. А есть РПБ крит, по-моему. РПБ крит, вот у меня, смотри. Посмотри, которая вот на мне одет. Да я просто, короче, хочу мейн спек поменять на энх. Капа меняет. Женек Талдарам вам не надо, да? 50% средств в начале следующей недели и этот... И будешь ходить в Энхе. Я в курсе все. Блядь, да я думаю, что тут РПБ? Блядь, нет, вроде Синдрагос. А кастеров там что? Хоста. А там Синдрагосы, да, нужно? А я не могу Денчику отдать. Он, значит, уже юзал квест. Ты говоришь, 50% срез ЕП, да? А он что, на спек ролил шею, что ли? Я понял. Хорошо. Просто у меня сейчас как раз ЕП нету нихуя, потому что я 2 недели не... Ты остался без топовой шеи на пава, значит, это паладин. 500 джекер злому. Мама инспект забрал. Просто на энха нету шеи. Посмотрел атлас лут, вообще нигде нет. Только 264 есть, хаст. Блин, тебе лучше тогда уж синдры брать. Хаст РПБ. Я не стал брать, есть синдры, там хаста РПБ. Мосса 500 Т5. Чё говоришь? Мосса 500 Т5. Ну или чё, или ещё куда-то пойдём. Или Джайна. Завтра Джайна, завтра РСХМ. А чё, сегодня не домучаем? Время 45 минут. Чё есть? Убить Джайна, чтоб завтра не... Без старика Джайну не пойду. Старик очень хотел на Джайну. С чем ему Джайну?